Песчаный фильм в подарок в честь 70-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла мастер песочной анимации крымчанка Ксения Симонова сняла новый фильм «Пастырь добрый». Семиминутная анимация повествует о детстве и родителях патриарха, о его нынешнем служении в качестве предстоятеля Русской Православной Церкви. Диск с фильмом был преподнесен Святейшему лично в его юбилей делегации крымского духовенства. Ксения надеется, что патриарху понравится такое поздравление. Православные должны, просто обязаны максимально поддержать предстоятеля, ведь на его плечах лежит ответственность за нас, отметила художница. Завершает фильм надпись «Крым поздравляет вас».